Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, помилуй меня грешного. Номер 1417. События дня. Евангелие от Матфея 24:14. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам. И тогда придет конец. За 31 октября 2019 года. Обращение. Затормозите, можете курсором. Тут долго цифры смотреть. И дальше это подтверждается роликами. Купить комбайн. Это кормилец просит. Не какой-то там человек. Александр, фамилию Портненко, Шереметьев. Портненко и Шереметьев. Вопрос, молитва усопших, участи в аду и рае, ад Илона Абрамова. Ну, разобрали все. И как раз сегодня один ролик такой в интернете, священник там молодой объясняет. На него сошлю, да и все. Никита Колесников все пишет, смотри. Вчера, который с Игорем-то беседовали в машине, слушал только что и думал, как же я единомыслен с этими людьми. Прямо сердце умиляется, будто сам это все говорил. Очень не хватает этого братского общения. Никита Колесников. Значит, школа наша не прошла мимо. Не забудьте, Игорь, вот здравствуйте, перевел деньги вашему знакомому в помощь на экскаватор. На экскаватор. Ой. Не экскаватор, а на комбайн. Ну, вчера у меня события были какие. Разговаривал по скайпу, и в это время вдруг перестало, выключилось. Оказывается, ехала машина, очень высокие самосвалы, зацепил, над нами идет. У меня от телефона идет телефонный провод, две нити двужильные-то, и порвал. И как мы его устанавливали, уже в потемках закончили, и восстановили. Ну, а сегодня уже приехали Ростелекома, я тоже немножко снял их, и то тоже. Потом я слеплю вместе и покажу. Ну, и все по-хорошему закончилось. Какие тут у меня дела в городе могут быть? Я говорю, это воробьи, жуланы, синицы, кошки, голуби. Счастный, несчастный случай, принять, чат-рулетка. Ну, и вот и все. Семикратная молитва в день со 100 поклонами каждый раз, и время и уходит. Я раньше показывал наши ресурсы, не знаю, надо или нет. Да кому-то, может, и вот мой мир. Ну, как он у вас, мой мир, выглядит? Ну, я могу показать мой мир. Нужно показать именно где начали, первая страница, мой мир. Вот она как, я в шапке, не с голубем. Вот сюда надо смотреть. Вот кто-то пишет тут. Тут много. 20, сколько сейчас скажу? 22 437 фотографий. Видео 9551. Ну, друзей немного. 4300. 167. Ну и вот такое дело. В одном из видео вы говорили, что женщина – это смерть. Можете сейчас привести обоснование своих слов? Женщина – это смерть. Я отвечаю, Екклесиаст 7:26. И нашел я, что горше смерти женщина. Не смерть, она горше. Потому что она сеть, и сердце ее силки, руки ее оковы. Добрый пред Богом спасется от нее, а грешник уловлен будет ею. Вот вам и все. Грешник будет уловлен ею. Ты грешник, грешил, поэтому Господь тебя не спас от этого, а другого спас. Ну, показать, что у нас вот православный форум. Большой форум, 1602 темы. Ну и у нас тут есть еще православный видеоканал «Открытым оком во свете Библии». 17200 видеороликов примерно. И вот есть во свете Библии православный библейский сайт.
И на этом все показываю. Ухожу. До свидания.